Теперь у дмитровской молодежи появилось еще одно место, где можно собраться, что-то обсудить, подготовиться к какому-либо мероприятию, да и просто приятно провести время в компании сверстников. Улица Большевицкая, дом 20. Молодежный центр «Квартал». У нас никогда не было такого крутого помещения с таким ремонтом, с такой мебелью, а были старые убитые квартиры, не имеющие и не видящие ремонта. В новом молодежном пространстве нашлось место и для небольшой сцены, которую в день открытия центра заняли участники шоу-игры «Свидание с первого взгляда». 18 лет! Учащийся Дмитровского техникума! Начали анализировать, что вообще интересно молодежи, да, и с чем связана молодость. Молодость – это, конечно, всегда первая любовь, свидание, романтика. И вспомнили одну известную игру «Любовь с первого взгляда», которая проходила по телевидению в начале 90-х. Шестеро участников, трое ребят и три девушки. За время игры они должны были как можно лучше узнать друг друга. Им в помощь были вопросы ведущего. После участники делали свой выбор. И если симпатия оказывалась взаимной, паре дарили романтический поход в кино. Итог этого вечера – две пары – Анна и Дмитрий, Виктория и Александр. По словам организаторов, после игры к ним уже поступило немало заявок на участие в следующей игре «Свидание с первого взгляда».